الشيطان <سؤال> الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم مجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراجي براتي سيوستر мы продолжаем наши уроки посвященные исламским убеждениям Мы на предыдущих двух уроках разобрали два доказательства. Доказательства существования Бога. Два важнейших, наилучших пониманий и неопровержимых доказательств существования Бога. Именно онтологическое доказательство и доказательство, названное доказательством правдивых. Теперь же, прежде чем приступить непосредственно к вопросам исламской идеологии, нам необходимо разобраться и понять, что из себя представляет идеология. Что мы подразумеваем под понятием идеология? Что мы хотим сказать, когда говорим об идеологии? И для этого нам необходимо поделить и понять, какие же послания, какие знания, какие уроки преподает нам религия какие знания дает нам религия. И здесь мы сталкиваемся с тремя категориями знаний. В первую очередь это знания, которые посвящены убеждениям, взглядам, идеологии. Это вопросы, которые касаются убеждений. То есть это вопросы о том, во что нужно, во что необходимо, во что обязан верить каждый мусульманин, каждый верующий. То есть это вопросы, веры, вопросы убеждений. И вторая категория вопросов – это вопросы практики, религиозной практики. То есть это вопросы о том, что необходимо делать мусульманину, что обязан делать мусульманин. Здесь мы в вопросах практики, то есть, другими словами, в вопросах шариата, мы сталкиваемся с разными категориями практических деяний, практических обязанностей верующего и мусульманина. В первую очередь это те деяния, которые каждый мусульманин непременно должен выполнить. Обязан выполнить. То есть это обязательные деяния. Это в первую очередь, во вторую очередь это запретные деяния, запрещенные деяния, те деяния, которые мусульманин не имеет права и не должен выполнять. И в третьих это деяния, которые... Желательны, они не обязательны, они желательны. В четвертых это деяния, которые нежелательны. То есть, другими словами, это деяния невыполнения которых желательно для мусульманина. И в пятых, наконец, это деяния, которые не, не являются необязательными, незапретными, нежелательными и не, нежелательными. Выполнение этих деяний с точки зрения ислама и так же, как и невыполнение. Этих деяний с точки зрения ислама равнозначно. То есть ислам не видит никакой разницы в выполнении и невыполнении этой категории деяний, этой пятой категории деяний. Чтобы лучше понять, чем эти категории на самом деле отличаются, нам необходимо указать на их последствия, последствия этих деяний и невыполнение этих деяний. Обязательно деяния это те деяния, за невыполнение которых мусульманина верующего, человека в судный день ожидает наказание. Запрещенные деяния – это те деяния, выполнение которых карается, выполнение которых следует за собой наказание в судный день. В отличие от этих двух категорий, все остальные категории наказания за собой не следуют. То есть Желательное деяние, невыполнение желательных деяний не, не влечет за собой никакое наказание, ни в судный день, ни в этой жизни. Но эти деяния, эта категория деяний обладает одной очень важной особенностью, которая заключается в том, что выполнение этих деяний будет вознаграждено судный день самим Всевышним. Что касается нежелательных деяний, то невыполнение этих деяний будет вознаграждено в судный день. Невыполнение нежелательных деяний. Что касается тех деяний, пятой категории деяний, которые не влекут за собой никаких последствий, то выполнение, невыполнение этих деяний не влечет за собой ни наказание, ни награду. И, наконец, третья категория вопросов это вопросы нравственности. То есть это религиозные знания, знания, которые дает человечеству ислам, для того, чтобы человечество через эти знания возвысило, возвысило свой дух, впитало в себя возвышенные духовные и нравственные качества, впитало в себя ценности, духовные ценности, в качестве примера можно привести несколько качеств, которым призывает ислам, такие как щедрость, великодушие, храбрость и так далее. И ислам обучает человечество, как воспитать в себе эти благородные и возвышенные качества, такие как щедрость и так далее. И вопросы нравственности отличаются от вопросов шариата. Потому что вопросы шариата, они имеют отношение к награде, имеют отношение к наказанию. А вопросы нравственности имеют отношение к развитию личности, к самосовершенствованию личности. И поэтому порой одно и то же действие, которое позволено шариатам, дозволено шариатам, может быть порицаемо самим исламом с точки зрения нравственности, с точки зрения развития личности. И на это необходимо обращать очень пристальное внимание. Но вопрос, который на данный момент нас больше всего интересует, это разница между вопросами идеологии и вопросами шариата и нравственности что отличает вопросы идеологии вопросы убеждений от двух остальных категорий вопросов в первую очередь та особенность которая в первую очередь привлекает к себе внимание в вопросах убеждений это то что без убеждений все остальные вопросы абсолютно теряют свою значимость то есть практические де действия, практические деяния, вопросы шариата, другими словами, не имеют никакого значения, если вы не имеете соответствующей базы, соответствующей идеологической базы, не имеете соответствующие убеждения. Другими словами, если переходить непосредственно к понятным и простым примерам, то можно привести следующий пример. Нет никакой пользы в молитвах, нет никакой пользы в дуа, совершаемых человеком, если он не верует, если он не убежден в существовании и в единстве Всевышнего Бога. Нет никакой пользы в том, чтобы он обращался к кому-то с молитвами, чтобы он совершал ежедневные молитвы, если у него нет подобных убеждений. Поэтому первая и важнейшая особенность и отличие – вопросов идеологии от вопросов практики, вопросов шариата и про вопросов нравственности. Это то, что нрав, вопрос нравственности и вопросы практики крайне зависимы от вопросов идеологии, крайне нуждаются в идеологической базе. И без идеологической базы рассмотрения и даже более того Практика всех остальных вопросов не имеет абсолютно никакого значения. Дело в том, что чтобы было более понятно, почему подобная значимость передается вопросам убеждений, вопросам идеологии, необходимо понимать, что вопросы идеологии ⁇ это вопросы убеждений, то, во что человек мусульманин или верующий обязан. Верить то, в чем он обязан быть убежденным. Такие вопросы, как вопросы единства Бога, вопросы всемогущества Бога, вопросы безграничности Бога, вопросы существования рая и ада, вопросы наказания в судный день, награды в судный день, вопросы пророчества вопросы, касающиеся того, что Всевышний, который является единым, всемогущим, всезнающим, отправляет людям для их наставления пророков, посланников, то есть, другими словами, вопросы пророчества, отправляет им священные книги для того, чтобы они руководствовались этими книгами. И, конечно же, вопросы духовного руководства то есть вопросы имамата, когда Всевышний назначает среди людей своего наместника, своего халифа, за которым все остальные верующие, все остальные мусульмане обязаны следовать, и у которого все остальные обязаны учиться всем трем ранее озвученным вопросам. Вопросам идеологии, вопросам практики и вопросам нравственности. Все эти вопросы имеют отношение к первой категории вопросов, именно имеют отношение к вопросам идеологии. Эти вопросы идеологии обладают еще одной важной особенностью и важным отличием от остальных вопросов религиозной, религиозной практики или же религиозной нравственности. И в первую очередь, конечно же, необходимо напомнить о том, что в вопросах идеологии человек не имеет права следовать за кем-либо. Помимо того, что исследование в этих вопросах является обязанностью каждого мусульманина, каждого верующего, так это исследование должно происходить на основе доводов и доказательств, коими являются в первую очередь разум, Разум ⁇ это первейший, первичный источник доводов, доказательств и исследований в области идеологии. И во вторую очередь, это откровение. Откровение, неспаслаемое Всевышним. То есть человек, каждый мусульманин, каждый верующий, помимо того, что обязан изучать вопросы идеологии, вопросы убеждений, вопрос о том, во что он должен верить, во что необходимо верить. Так, помимо этого, он должен изучать эти вопросы, исследовать эти вопросы, не следуя за кем-либо, не прислушиваясь к кому-либо, чему-либо мнению. Он должен исследовать самостоятельно на основе этих двух доводов и доказательств. Конечно же, если и обращаться к кому-либо в этих вопросах, в вопросах идеологии, то... Тот человек, к которому он в этих вопросах обращается, должен ссылаться, отвечая на его вопросы, должен ссылаться на два этих источника или же на один из них. В отличие от вопросов идеологии, вопросов шариата, вопросы шариата и вопросы нравственности не обладают подобной особенностью. Нет никакой необходимости в этих вопросах следовать и самостоятельно исследовать ответы, возникающие относительно религиозной практики или же нравственности. В этих вопросах человек может обращаться к религиозному авторитету, может обращаться к ученому. Это обусловлено тем, что эти вопросы самостоятельному исследованию каждого человека не подлежат. То есть не каждый человек способен самостоятельно своими собственными силами исследовать и найти истину относительно этих вопросов. И в первую очередь, конечно же, речь идет о вопросах шариата, о вопросах религиозной практики. На этом все. Со следующего урока мы, с позволения Бога, попробуем привести доказательства из разума и откровения об обязательности изучения вопросов идеологии и обязательности изучения их на основе этих двух доводов и доказательств. Ассаламу алейкум, ва баракету. الله يا الله <applause> يا قابل التوبات يا سامع الأصوات